Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Самаре. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. В прошлом году мы решили производить таблетки для лечения горла в алюминиевой фольге, состав которой разработала наша Академия наук. Необходима была, по сути, компактная и безопасная установка с простым и понятным способом управления. Оборудование должно было, по сути, работать в автоматическом режиме. Алюминиевая фольга используется при формировании блистеров для фармацевтической продукции. Тонкая пленка из алюминия со слоем термосвариваемого лака должна обеспечивать защиту препарата от воздействия вредных факторов окружающей среды. Так как я уже выбрал много различного оборудования для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей машин. Я начал с ними связываться по телефону и уточнять, смогут ли они произвести автомат для групповой упаковки таблеток, которая бы соответствовала моим требованиям. В качестве основным критериев я указал автоматическое управление, компактный аппарат с производительностью от 1200 блистеров в час. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для групповой упаковки, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако в общем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать. Я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые, в принципе, работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было, по сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал 3 поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования, желаемых сроках изготовления. Через 3 дня на почту я получил от них 10 вариантов различных блистерных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, 3-й вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, размере упаковки и фасовки, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для упаковки таблеток в алюминиевую фольгу, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за 2 недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. На электронную почту специалист отправил видео с нашей машиной. Полнофункциональное автоматическое оборудование. Процесс упаковки состоит в вибрирующей подаче розовых таблеток из накопительного бункера и фольги из 2 рулонов. Сбор обрезок отходов алюминиевой фольги осуществлялся на бобину. Процесс включает вертикальную и горизонтальную резку с последующим формированием блистера на 10 таблеток. Через 35 дней после заключения договора мы получили машину. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автоматического оборудования для групповой упаковки таблеток в алюминиевую фольгу и за неделю обучили работника, который, в принципе, будет закреплен за машиной. Машина была, по сути, изготовлена из нержавеющей стали, компактных габаритных размеров 1500 мм, 550 мм, 1100 мм. Мы остались довольны предложенным вариантом оборудования. Пообщавшись с настоящим профессионалом, я сам немного стал умнее, многому научился и абсолютно уверен, что хороший учитель тот, чьи слова не расходятся с делом. Я проверил это на собственном опыте.